Персонажа нет. Так, мне надо что-то найти такое, чтобы быстро аптуться и чтобы быстро элемов найти. То есть элемы сейчас имба, это тир 1 должно быть. Зефрис, наверное, да. Рафам, наверное, да. Что из них можно взять? Давай Зефриса. Триплет есть. Кстати, неплохой. И, кстати, элемный. Так, 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 так. Кто хочет прочитать про гномы, это можно сделать в нашей беседе ВК по ссылке в описании. Там все написано. Так, еще раз, какие карты изменили? Гар. После того, как вы разыгрываете элементаля, получаете плюс 1 здоровье за каждого. Да, это понятно. Смазку Рагнарошу 5. То есть можно делать 5, в принципе. Но не факт, что его найду. Джина поменяли. Вообще всех элемов сделали. Гара, Джина и Рагнарошу. Основных. Спос. Давай рерол. Спос. Ну все. Привет, какой у тебя рейтинг? Не спрашивай. Джин теперь сначала карту в руку дает, после этого спавнит. Ап, берем этого. Надо шестую как-то сделать. Ну как-то, я знаю как, несложно. Элемов не чуть бафнули, их очень сильно бафнули. Элема тир 1 должна быть сейчас самая сильная. Ты просто представь, ты берешь Вардена, выходишь в пятую, а тебе Рагнароша сыпется по две штуки. Зачем вообще нужен Номи в игре? Уберите эту фигню отсюда! Номи в пятой вместе с Рагнарошей сейчас находится. Это самая фиговая карта за всю историю игр. Ну вот, получается, все-таки ошибку сделал на прошлом, но, опять же, не важно особо. Продам, возьму этого сейчас. У нас еще ход триплет. И нужно найти Гара. Если я нахожу Гара, пишите все при этапе, потому что, ну, почему нет? Смотри. Главный ход, этих я не продаю, микрочелов. Если что, билку нажму, если что, соберу. Так, сейчас. Оп. Лейтенант Гар. Седьмой ход. Неплохо. Провокация. После того, как вы разыгрываете элементаля, получает плюс 1 к здоровью за каждого вашего элементаля. У меня флешбеки какие-то. Согласись, флешбеки какие-то, ну, когда Гара убрали? Год назад, полгода назад, я не помню, год назад. И вот он опять в игре. Просто недавно начала играть, не помню такую. Алдов нет, но я все карты помню. Рагнароша, восьмой ход, пятая таверна. Рагнароша, Рагнароша, пятая таверна, ну что за бред? Не знаю, собирать. Да, наверное. Беру, продам, если что. Оттуда, если что, гар еще выпадет. Это выйдет. Я не верю, что это не выйдет. Это, скорее всего, выйдет. Давай. Джин. Провокация. Присмертный хрип. Вы кладете в руку другого случайного элементаля и призываете его копию. До этого было призывают копию элементаля и вы кладете копию в руку. Как-то так, да? А сейчас наоборот. Ну, нормально. Бафаем этого. Это, наверное... Ну, вообще, можно взять? Наверное, не буду. Восьмой ход стол. Коротко о том, как случайно перебафали элемов в игре. Чуть-чуть перебафали. Ну как чуть-чуть? Пипец перебафали. Фиксить опять будут сидеть полгода. Возьму на всех. Не знаю, возьму. Типа, у меня по сути это все есть. Реролов нет. Элем теперь заиграют. Элема тир 1. Чач, а что вы сидите в чаче? Не пойму. Передаем привет Ютабу. Ютабку привет, ставьте лайки, подписывайтесь. Идем в 13 тысяч подписчиков скоро. И скоро стримерская, кстати. Вот, информацию для Ютаба дам. Осталось чуть-чуть. Все, я не проиграю, все. Меня не догнать. Рагнароша. Это нормальное, адекватное обновление. Я правильно услышал? Или я что-то неправильно услышал? Офигенно. Наверное, продам его сначала, сделаю так. Ну, я, скорее всего, и найду, но я просто нажму обилку, чтобы Гара найти. На следующий ход еще раз нажму обилку, Гара соберу, из триплета может быть еще один Гар. Ну, или Джин. Что там говорить? Ты мое золото. Не хочу бафать. Хотя лишний рерол. Ну, не забафается, наверное. Чё там? Есть абсолютно все. Девятый ход выглядит как 30-й. Спасибо за обнову. Очень приятно было поиграть. Можно апс. Ну, это пофиксят. Здесь сделаю, скорее всего, один хп. Это еще пофиксят. Его сделать не 6-6, его сделают другим. О чем они думают, Blizzard? Чтоб ты понимал? Когда только добавили элемов как класс в игре, было то же самое. Они вернулись просто на 2 года назад, сейчас. Типа было абсолютно то же самое, все вот так вот находили на 9-й ход вот такие столы, у всех было 1000-1000 на столе, все горели, все сидели, вот это полное непонимание вообще игры. Посмотри на его стол. Надо было джинов ближе ставить, ладно. Апыч. Брать. Да. Только сначала так. Допустим. Наверное, его сначала его качну, потом соберу, да? Или оставить. Может, еще гар выпадет. Меня же крутит пипец как. Давай вот так сделаем. Смотри. Оцени стол. От 1 до 54.
Я не буду переворачивать статы, я не занимаюсь таким. Пускай будет так, как раньше. Без этих переворотов. Смотри. Обилку оставлю куда-нибудь вообще на потом. Ультра потом. Бафы угара, чтобы атаку забафать. Верю, что что-то придет 100%, поэтому продаю. Почему не везет? Ну все, ну... 11-й ход. Хотя, с другой стороны, так посмотришь, ну... Да не, дофига, это очень много. А прикинь, есть люди, которые номи берут. Ой, какой интересный стол. Сейчас он как раз-таки вылетает. Это возвращается все в пул, и оно все мое. Главное, что номи возвращается в пул. Брана, я, кстати, про тебя и забыл вообще. А, он же 2 дает. Я забыл. Я так давно на элемах не играл, что забыл, что он делает вообще. Еще рерольчик. Очень не хватает кое-какой карты. Ну, Джин, он как бы дает, да? Дофига, наверное. Наверное, его надо бы оставить. Но здесь 79 хп, это слишком много. Я, наверное, это мой максимальный стол. И вот такой вот, вот это могу продать здесь. А зачем мне сейчас это продавать? Ничего не буду делать. Зачем? Не покидает ощущение, что близы чисто по приколу сначала добавляют имбу, потом фиксят. Я это объяснял еще очень давно, как это работает. Имбу добавляет специально в игру для того, чтобы вернуть интерес к игре, после чего фиксят. Топ 3. Не беру, насыпало, кстати, неплохо. Можно гару? У меня обилка там еще есть. Вот они, слева направо. Всем ку, всем ку. Всем здорово, всем привет. Кого давно не видел, гарычи. Добрый вечер. А, кстати, ролл, да, потерял? Какая разница, что я там теряю? Ой, тот самый идеальный стол, кстати. Его можно поставить. Только если в 3-5 соберу, наверное, так. А, показывал уже, там процесс идет. Очень мощно, плотно. Но я очень много ошибок здесь сделал, конечно, в этом раунде. Ну, в целом, ладно, неважно. Я очень сильно усилился и очень много получил. А, спасибо большое за 20. Дорогу привет, как сам, как твоя студийка. Студийку могу показать еще раз после катки. Вот, если интересно. Сегодня второй день, завтра, по сути, все достроят основное. И все будет готово. Некуда ставить, только место вот валуна, наверное. Мне кажется, я могу просто так оставить стол, и я выиграю уже. Не буду менять, не хочу. Это ну этап, 100%. А вот Брана в триплет, кстати. Почему бы и нет? Как тебе стол? Как тебе эта фигня вот эта вот? Что может быть лучше, чем это вообще? Не, надо менять. Ну, на Рагнарош. Ну, я говорю, пускай ему в руке как это, как трофей лежит. Ну, 500 хп, кстати, надо было переставить. Маловато. Хотя как маловато, 500 хп? Ну, с учетом того, что я слабый, плохо отыграл эту катку, миллиард ошибок, много всего пропустил, роллы потерял. Ладно, это вообще пипец. Неадекватное обновление, которое в скором времени, через пару дней, пофиксит, как обычно. Ставьте лайки, ютаб, подписывайтесь на канал. 13 тысяч не за горами подписчиков. Спасибо. Все, сейчас смазки протестим. Топ-1.